Вот так вот работает Запорожец на холостых. Это у нас подкапотное пространство, аккумулятор, запаска, еще запчасти, печка тут, слава богу, стоит. Тут еще всякое наше все. Свет работает. Вон аварийка у нас работает. Тут у нас, конечно, нифига. Хотя повторник. А тут лампочка, походу, сгорела. Ну ладно, не беда. Повторник есть, все равно можно увидеть. Ладно, включим аварийку. Вот. Тут работает у нас все отлично. Тут свет есть. Так, аварийка проверена. Габариты у нас есть, свет у нас есть. Свет у нас есть, габарит есть. Это у нас есть, то у нас есть. Оба горят. И даже подсветка на мелок работает. Так что как-то так. Глушим двигатель. Аккумулятор есть, масло есть. Сейчас проверим, что у нас там. Говорится, по маслицу. И можно сваливать. Так. Что у нас тут по маслу? Давайте-ка проверим. Где-то там у нас щуп любимый. Так. Где-то там. Я хочу, чтобы вы его увидели. Вот он у нас, щупик. Масло у нас, как видите, есть. Ну, плохо отображается на камеру. Но масла пока что, слава богу, хватает. Так что щуп можно смело обратно засовывать. Эть. Так что вот так вот. Под капотом все отлично. Так, это наши ушки, которые закрываются. Это же Чебурашка. Ну, а по состоянию вот оно. Как бы не очень сильно-то и критично. Но тут живое, колеса нормальные. Тут у нас все нормально. Дно я не... Надеюсь, попытаюсь показать. Ну ладно, днище. В принципе, в нормальном состоянии. Вообще даже, сказать честно, в идеале. Не ржавая хотя бы. Так. Здесь уже все равно было видео. Пока оно подкапотное пространство. Это у меня тормозная. Это сцепление. Ну все, скидываем клемму. Темп. Аккумулятор не садила. Так. Закрываем капот. Капот закрыт. Ну, капотик гряненький, его чуть помыть, привести в порядок. Вот так вот с нашей стороны. Еще чуть-чуть, ну так, по крайней мере, зачистить немного шпаклевки и красочки, и все будет отлично. А так, в принципе, состояние очень даже хорошее. Тут у нас ушко. Но все равно нормально. Вот у нас багажничек. Так, его все равно сейчас тоже закроем.
Нальник закрыт. Осталось дверки закрыть и все. Так. Чпуньк. 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 Все. Никто не войдет. Вот такая вот чудо у меня.